Открытость, прозрачность и эффективность. В департаменте полиции Северо-Казахстанской области все эти векторы работы много лет позволяют укреплять члены консультативно-совещательного органа. В его входят известные в регионе общественные деятели, опытные руководители, известные журналисты. Об итогах современной работы за прошлый год и о планах на нынешний говорили на заседании корпоративно-социальной ответственности при департаменте полиции. Также общественники поделились своим видением работы полиции и озвучили актуальные вопросы, курсирующие среди горожан. Выделение бюджетных средств на широкую профилактику наркомании, недопущение преступлений в увеселительных заведениях, обеспечение дорожной безопасности. Председатель корпоративно-социальной ответственности при департаменте полиции Северо-Казахстанской области Жасулан Ахметов подробно проинформировал участников заседания, проведенной работе за год. Сразу же наметили перспективы и на нынешний год. Утвержден проект плана. Второй вопрос заседания о работе миграционной службы по оказанию государственных услуг горожанам. Начальник управления миграционной службы Талгат Абилов подчеркнул, что оказание госуслуг – это одно из приоритетных направлений профильного подразделения, строящееся на основе качества, доступности и своевременности. Миграционная служба в области оказывается всего 12 видов государственных услуг. И за 12 месяцев 2023 года их всего оказано 126 тысяч, из которых через информационные системы миграции 52 тысячи, что составило 41%, через государственную корпорацию 71 тысяча или 56%, и на альтернативной основе 2 тысячи или 1,6%. В настоящее время все услуги оказываются в электронном формате. То есть услугополучатели с использованием информационных систем могут получить услуги, не выходя из дома, в инициативном порядке. Также госуслуги возможно получить, обратившись в центры обслуживания населения, где внедрен принцип экстерриториальности. То есть граждане могут обратиться в любой ЦОН, вне зависимости от места нахождения. В ходе заседания член корпоративной социальной ответственности Павел Афанасьев озвучил проблему, не первый год тревожащую жителей многоквартирных домов по улице Ульянова, соседствующим с известным кафе. По словам общественника, по ночам близ увеселительного заведения наблюдается повышенный риск совершения преступлений и правонарушений на пьяной почве. Это доставляет большие неудобства жителям домов. Полицейские знают этот злополучный адрес. Кафе работает круглосуточно до последнего, как они говорят, клиента. Все вот эти пьяные компании выходят из кафе, владельцы их выгоняют, и все проблемы начинаются на улице. Руководство областной и городской полиции приняли данную информацию к сведениям, пообещав предпринять все необходимые меры в рамках своей компетенции. В завершении начальник департамента Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов поблагодарил председателя членов корпоративной социальной ответственности за проводимую ими работу. Алихан Жексыбаев при содействии пресс-службы департамента полиции.